Приветствую вас, мои дорогие. Давайте смотреть, что же принесет вам суббота. Так, посмотрим, девочки, суббота. Прям с утра, девочки, какое-то веселье, да, причем очень неожиданное. Может быть, у кого-то день рождения или там корпоратив, может быть, у вас, но прям с утра. Денежки придут тоже в первой половине дня вам. Может быть, веселье по какому-то поводу, да, ну, например, сделку выгодную заключите, да, или действительно там у кого-то праздник, вот. Ну, то есть поводов на самом деле для веселья может быть очень много. А может быть, будете веселиться от того, что деньги придут какие-то долгожданные. Девочки, вижу тут помощь или покровительство со стороны мужчины. Да, причем в каком-то очень важном для вас вопросе, из-за которого вы переживали. Мужчина какой-то будет вам помогать решить какие-то, может быть, и не один вопрос. Тут вы будете прилагать усилия, и какой-то мужчина будет вам помогать. Мужчина постарше вас, но очень похоже, что мужчина такой. Может быть, у него и есть к вам чувство, но здесь не про чувства совсем. А здесь именно покровитель, помощник, я не знаю, там спонсор. Мужчина, с которым вы там сотрудничаете, к примеру, да? Потому что вот я вижу, как-то вместе вы будете решать эти вопросы. Да, ну вот он, в общем-то, он вышел. Здесь он вышел отшельником, дальше он идет императором. То есть, да, сначала он как-то будет вам помогать незаметно, да, потом себя обозначит. Вот, так, чувства. Есть у него чувства к вам, да, он будет прям инициативу, то есть он рад. Рад вам помочь. Вот так я бы сказала. Может быть, даже начальник, девочки. Но у кого-то может быть история с начальником. Так, после обеда я тут вижу приятные разговоры с вашими родными, близкими, друзьями, знакомыми. Кроме того, я вижу много работы или много дел. Так, ближе к вечеру. Девочки, ближе к вечеру я вижу отдых. День будет насыщенный, реально будет много работы, вот решение вот этих вопросов. Да, там, если тут императора, там кто у нас был? А, иерофант. Да, вопросы могут быть связаны с деньгами, вот эти вот, да. Но про покровителя тут все точно. Вот. Но вопросы еще могут быть связаны с документами, да. Может быть, оформление каких-то документов. Вот, еще вечером, я так вижу, попозже вы, либо это ваш мужчина, такой сильный, властный, деловой, да, либо вот с этим мужчиной, с покровителем будете, ну, я переписку вижу, будете общаться. Общаться, но никуда не пойдете, не поедете, тут не про встречу. Тут больше общения, может быть, еще с каким-то мужчиной светленьким будете общаться, да. Тоже красивый мужчина, вот такой светленький. Так, что тут еще у вас будет? Ну, в общем-то, и все, девочки. Суббота на этом заканчивается, да? Не будет, да, не будет тут больше событий. Карты уже говорят, что все остальное будет на следующий день. Так, ну что, давайте карту совета. Одну сегодня выложу, вообще перейду на одну карту совета. Одной достаточно. Напишите в комментариях, достаточно вам одной карты совета. Зато буду выкладывать из разных колод. Так, карта совета. Ух ты, какая теплая, красивая. Обратись за советом к тому, кто тебя любит. Да, то есть, ну, может быть, как раз-таки вот этот мужчина-покровитель, который будет помогать, да, может быть, он и советы даст очень и очень хорошие. Я думаю, что это все-таки про этого мужчину. Ну, а кроме того, вы можете обратиться за советом действительно к тем, кто вас любит, да, этого могут быть ваши родные и близкие, а может быть, ваш мужчина, с которым вы в паре или в браке. Да, если хотите знать наперед, что вас ждет, обращайтесь на личную консультацию, рассмотрю любые вопросы, рассмотрим вместе с вами любые вопросы, любые сферы жизни, все абсолютно о вашем будущем и любой временной отрезок, который вам нравится или который для вас важен, вот так, наверное. Вот. Так, да, для этого напишите мне на Вайбер, WhatsApp или Telegram. С вами была Алена Ариес. До новых встреч, новых видео. Пока-пока.